Итак, всем привет и добро пожаловать в новое видео. Я сегодня без петлички, поэтому надеюсь, звук будет хороший. Вы меня простите, что-то прям вылетело из головы. У нас сегодня новое видео про ремонт. Не было очень давно влогов про ремонт по одной простой причине. Потому что ремонт у нас встал, как в принципе и ожидалось. И слова мои из самого первого влога, что, скорее всего, строители нам не сделают ничего к 20 июля, были пророческими, и в целом все так и получилось. Для справки, на дворе 15 июля, на квартире сделано не все, скажем так. В общем, я сегодня попозже покажу, что у нас сделано на квартире, на каком этапе у нас сейчас находится ремонт. Сегодня у нас по плану купить краску для стен, и все. И потом мы поедем, собственно, на квартиру к строителям смотреть, что они сделали, потому что на выходных они активно работали и хотят денег за вторую часть работы. И как раз покажу, что вообще изменилось с прошлого раза, потому что с прошлого раза изменилось, ну не сказать, что супер много, но изменилось, вот. Поэтому сегодня вот такой план. Покажу, какую краску выбрали, и покажу, что у нас сейчас вообще на квартире происходит, на каком этапе у нас там ремонт, и все в этом ключе. Итак, мы на месте. Сейчас поедем покупать краску. Начнется квест, нужно будет найти всей этой краски место в машине, потому что машина у нас уже склад. В новой квартире некуда складывать, в старой и тем более. Так, ну что, получилось найти место? Если оно не разговариваешь. Что, бля, я на камеру должен исполнять? Ты что, не видишь, что оно нашлось? Ух ты, нашлось место в багажнике. Ого! Ого! Красочка. Бум-бум. Там можете сразу посмотреть, какие цвета мы заколеровали. По палитре. Укомплектовано. Все, теперь едем на квартиру. Погодка, как всегда, шепчет. Ну, собственно, как и всегда летом во Владивостоке. Еще у нас, короче, машина превратилась в склад. Вот так это все выглядит примерно, потому что места в новой квартире уже как бы нет. Там уже все заставлено в старые и подавно. Вот, поэтому ездим вот, вот так вот. Итак, добро пожаловать домой, вернее, в ремонт. Так, что у нас здесь изменилось? Давайте показывать буду. Значит, изменилось, собственно, то, что у нас здесь сейчас абсолютно везде бардак. Вот. Ну и постоянное сверление, собственно. Что вообще обстоит, как у нас дела? То есть мы в прошлый раз закончили на том, что мы ждали электрика, вот, который не пришел и не показался, и мы искали потом нового. Искали мы нового примерно очень долго, и где-то вот только спустя недельки три новый электрик, которого мы нашли, смог приступить. И вот у нас, собственно, все. Уже электрика вся переделана, починена и так далее. Ребята наши, строители, после электрика, собственно, отштукатурили там все стены. Вот, сделали их беленькими уже. Ну, они как бы были беленькими, вы их, наверное, такими видели. Но были они не такими белыми. Вот, собственно, что? Положили теплый пол на лоджии. Теплый пол на лоджии. Теплый пол в санузле. Вот. И параллельно этого в санузле еще проложили сантехнику, то есть вот у нас уже здесь есть, собственно, инсталляция, вот такая вот, ну, очень интересно понимаю, вывод под гигиенический душ или сам гигиенический душ тут уже стоит, и в целом, как бы, все, это все, что было сделано за тот период времени, что не было влогов. Бутылки продолжаются, как вы могли заметить, и, собственно, вот таким вот образом у нас здесь все обстоит. Следующим этапом вроде как начнется кладка плитки, керамогранита и так далее по санузлам.
Вот, я очень надеюсь, что не будет уже никаких там других подвижек и потерь мастеров, как это было с электриком, было очень неприятно. И будем надеяться, что все-таки через месяц мы сможем сюда переехать, потому что пока, конечно, переехать не получается никак. Вот такой вот мини-влог получился. Пишите в комментариях, как у вас с ремонтом, если вы делаете ремонт. Вернее, получилось ли у ваших строителей соблюсти сроки, те, которые они ставят. Потому что у наших, конечно же, не получилось, но я так и думала, так и надеялась. Вот таким вот образом. Больше даже не знаю, что еще рассказать, потому что реально просто нечего. Подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Здрасте. Подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. И надеюсь, в следующий раз я покажу вам чуть-чуть больше, чем я показала вам сегодня. Всех целую. Пока.